Всем доброй ночи. Вы знаете, дело в том, что посвященные богам у меня очень много ритуалов, очень много заговоров, которые помогают практику соединяться с энергией богов, да и простому человеку в том числе. Но практику иногда достаточно просто показать свое уважение, почитание силам и получить их помощь. То есть иногда достаточно просто окуривание благовоний, просто почитание, просто благодарность, просто проявление уважения и почтения, и боги уже сами понимают, в чем вы нуждаетесь, чем вам помочь. Потому что они видят, следят за вашей жизнью, уж тем более, если вы из жреческой касты, скажем так, если вы человек, который посвятил всю свою жизнь поклонению богам, служению им и прочее, прочее. И уж тем более, если ваши предки практиковали. Неважно, что вы после узнали больше ваших предков, неважно, что вы стали практиковать и интересоваться разными направлениями колдовства и древних религий, но важно то, что они знают, видят и знают ваши нужды и ваши трудности, и они готовы вам помочь. Достаточно просто иногда провести благодарность, почитание, иногда просто какую-то мантру включить, иногда просто окуривать благовоние, иногда просто благодарить своими словами и прочее, прочее. То есть показать им свое почтение и тем самым получить их благосклонность. Я сейчас буду благодарить Дургу. Это одна из ипостасей Кали. Дурга, которая помощница женщин, заступница женщин. Ее изображают на льве, на тигре. Она точно такая же женщина-воин, воительница, только в этом случае она воинствующая сила женщины. То есть страсть, любовь, верность, преданность, но воинствующая, умеющая себя защищать. То есть это женщина, которая заставляет себя уважать, не просто любит и предана, как рабыня. Она, скажем так, предана, но при всем этом имеет свою, как вам сказать, свой характер, свою определенную, свою силу женскую, да, и свое я. Тут мне просто пишут и отвлекают на тот телефон. Итак, включаем мантру и начинаем. Om Durgaye Namaha.
Дай.